Ярмарки вакансий позволяют жителям узнать, какие профессии сейчас наиболее востребованы, пообщаться с профессионалами из различных сфер и прийти на собеседование к заинтересовавшему работодателю в режиме реального времени, не составляя резюме. Работу предлагают самых различных направлений. Более востребованы на данный момент трудовые специальности. Очень важный вопрос – подбор кадров. Он будет всегда актуален, и наша задача, как организации, которая вообще развивает бизнес на территории, помогать работодателям находить соискателей, так же, как и соискателей находить работодателей. Потому что это одна из основных задач вообще торгово-промышленной палаты. Такие встречи являются взаимовыгодными для соискателей и работодателей, поскольку для человека проводится персональный подбор вакансий, а рекрутер может сразу пополнить кадровый резерв и взять сотрудников в штат. Поскольку население города растет, ярмарки вакансий помогают жителям найти себя в новых условиях. Мы помогаем людям, которые находятся в состоянии переселенцев, которые приезжают к нам из разных регионов. Мы помогаем им не только трудоустроиться, но еще и адаптироваться в нашем городе. Это огромная работа. То есть это профориентационные курсы, это и курсы психологов в том числе. В числе соискателей, которые недавно переехали в Видное и находятся в поиске работы, оказалась Виктория. Ее заинтересовала вакансия менеджера по продажам. Главное пожелание при выборе профессии – свобода творчества и отсутствие строгого графика. Я совсем недавно сюда переехала, ничего не знаю, ни о каких организациях. Вот. Было интересно послушать, какие есть вакансии, какая заработная плата, какие условия. Ярмарки вакансий позволяют поговорить с рекрутером честно, без шаблонного резюме и показать свои сильные стороны. А у работодателей появляется шанс предложить дело, которое будет полностью подходить под критерии соискателя. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.